Баскетбольная команда «Спарта НК-2» продолжает свой путь на этапе первого дивизиона российской женской суперлиги, в рамках которого состоялась встреча нашей молодежной команды с курским «Динамо Фарм». Матч прошел во дворце спорта «Видное». Уже с самых первых минут поединка на паркете был дух здорового соперничества. Обе команды, по мнению наставников, довольно равные по силе игры. Это заметно и по истории встреч. Так, в ноябре спартанки дважды встречались с «Динамо Фарм» на выезде. И тогда одна победа осталась за нашими девчонками, а вторая за соперницами. Повторилась ситуация и в данном матче. На протяжении всей игры разрыв по очкам был 1-2. Редко, когда он превышал цифру больше трех. Очень интересная встреча. Две молодые команды. Я думаю, что в таких поединках как раз вот проявляется лучшее качество игроков. И действительно, высокий процент реализации, а также сильная игра в защите позволили нашей молодежке уверенно держаться во время всего матча, который, к слову, иногда напоминал настоящую дуэль. К тому же на стороне «Спарты НК-2» были болельщики. Встреча проходила при горячей поддержке родных трибун. Вообще девочки очень хорошо играют. Мне нравится, что они трешки бросают. У них практически... Все получается. Молодцы. Очень хорошо держат и оборону, и защиту, и нападение. Я верю в победу нашей команды. Девчонки стараются. Молодцы. Я думаю, что мы победим. Благоволила нашим баскетболисткам и спортивная удача. Исход матча решился на последней минуте заключительной четверти, в которой сильнее оказались видновчанки. Итоговый счет 82-80.